to bylo 10 kvadratních metrů po metru. V mém domě se spali a zále jsme tam svodky. I Putr napísal 5 písem. Jestli mnoho vodky, vše, co uvodnu, je napísal. Только потом, кто это будет слушать, вот в чем вопрос. Ну, они такие популярные истории стали, что уже мне самому начали нравиться. Вот. А среди молодых я не нашел тех поэтов и композиторов, которым интересно написать то, что мне интересно петь. Потому я за это взялся, я до этого этим не занимался никогда. Сейчас почему-то все пишут, кому не лет. Была одна песня, я все время спел, я не помню, как ее назвать, очень популярная в России. Значит, он обиженным голосом пел, что он ждал ее звонка. Она не позвонила, он потом уснул, она говорит, так он перегорел. Вот это была вся песня. Я вообще считаю, что когда мужик выходит на сцену, он что-то такое должен петь, что потом с собой внесут. Понимаете, когда мужчина поет о цветочках, о белом снеге, о дождике и сыне, о цветах, это...